среду, по словам синоптиков, небо над страной затянут облака. В отдельных районах пройдут ливни. Днем столбик термометра покажет 30 со знаком плюс. Ночью температура опустится сразу на 12 градусов. В светлое время суток ожидаются грозы и объявлен оранжевый уровень опасности. Спасатели напоминают, во время непогоды нельзя купаться в водоемах, находиться возле высоких деревьев и линий электропередач. Безопасней оставаться дома. Прогнозируется южный ветер с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Местами возможно шквалистое усиление до 15-20. Водная стихия обрушилась на Индию. В штате Ассам пострадали свыше 2,5 миллионов человек. Стихийное бедствие унесло 123 жизни. Повреждены дороги, мосты, водопропускные трубы и другие объекты инфраструктуры. Большая вода накрыла и Йемен. Из-за сильных дождей и внезапных наводнений смыты десятки домов и машин. Погибли по меньшей мере 14 человек. Завтра в Бобруйске будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидаются дожди и грозы. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду с порывами до 15. Температура воздуха днем достигнет 27 градусов со знаком плюс. Ночью столбик термометра покажет 17 выше 0. Анастасия Шевцова, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.